Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение прекратить голодовку. Об этом четверг, 11 ноября, сообщил журналистам его адвокат Ника Гварамия. Передает СМИ. Защитник навестил экс-президента и зачитал его письмо. «Моя голодовка уже становится оружием и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призыв и прекратить голодовку», говорится в письме. При этом, как передает СМИ, Саакашвили обещает прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу. Накануне власти Грузии сообщили, что Европейский суд по правам человека отказал Саакашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику и попросил его начать есть.